Ну вот это вход яма. Мы стоим на входе, вот тут коряжка, вот тут я ловил судака. Ух ты, шо! Ой, ребята, ой-ой-ой. Вот это я, ребята, в чистом кайфе. Так называемый цвет маттайзер. Вот она, ой, ребята, опять поклевка, очень аккуратная. Мы становились на крупную рыбу. Крупная рыба не берет. Вот такая вот, ребята, хорошая щукандра. Порадовал вас, замечательная поклев. Вот это подача. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, мелкая приманка сегодня молчит. Вот тебе, пожалуйста. Вот она. Ой, ты шо, ребята? Развожу, чтобы открыть, чтобы увеличить засекаемость. Чтобы засекаемость была такая же точно, как на обычной джиговой классической приманке. Ух ты шо. Ой, ребята, ой-ой-ой. Вот это повисло. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, именно повисло, Сереж. Это хорошая рыба. Это хорошая рыба. Я сначала не понял. Ой, пропал контакт с приманкой. Она пошла. Вон она. А, все, сошла. Сошла, ребята. Сошла, сошла, сошла. Хорошая щучка была. Опять на вот эту поролоночку. Так, одну мы пощупали. Еще была одна. Еще была одна, друзья. Ну, ничего страшного. Поклевка была. Аккуратный подбор. Я не могу понять. Подачи у меня сегодня не было. Аккуратненько подбирают приманку, ребят. Аккуратненько. Ну я не пойму, что она там активничает, не активничает, но подбирает аккуратно. Так, эту мы попробовали. Что-то пока рыбка на данный цвет не реагирует. Это нормальное явление вполне, поэтому мы его сейчас убираем в сторонку. Берем нашу упаковку и смотрим, что нам здесь нравится. А нравится нам, ребята, вот такая вот рыбуля. Сейчас надо коробочки купить, складывать, блин, некуда. Это есть у нас. Так, дядя Рома, купи коробки. Так, есть. О, и желтый, мы попробуем обязательно. Вот это такая вот еще рыбка желтенькая. Более спокойно. Это такая вот черная спинка, как с кислотой. Бачка зелененькие. Так называемый цвет маттайзер. Вот, ребята, сейчас как раз еще раз вам покажу, что я делаю. Вот у нас крючочки здесь подведены стоят. Можно их даже чуть-чуть вот приоткрыть, подведенные. Так, что я делаю? Я беру плоскогубчики. Зажимаю нашу рыбку и крючки развожу, чтобы открыть, чтобы увеличить засекаемость. Чтобы засекаемость была такая же точно, как на обычной джиговой классической приманке. Все. Ставим сюда, ребята, два колечка. Ставим два колечка. Раз. Есть. Рыбка у нас получилась чуть-чуть перевернута, да? Что мы делаем? Мы делаем вот так вот, отстегиваем наш эксцентрик, достаем эту штучку, застежечку, проволоку, переворачиваем вверх ногами. Раз. Рыбка у нас стала как положено. Два колечка. Для чего два кольца? Увеличиваем шарнирность, то есть игру приманки, улучшаем. И улучшаем полетные характеристики. Рыба становится, рыбка на дне становится более подвижная и лучше летит. Обратите внимание, как я ставлю эксцентрик. Толстой частью вперед. Я не знаю почему, но работает вообще просто бомба. Колебания сумасшедшие у рыбки. Мы обязательно сделаем подводную съемку, чуть-чуть попозже. И попробуем вам там все это показать, чтобы вы увидели. Сейчас вам покажу, как она играет, рыбка. Давай, давай, давай. Хоп, 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 хоп. Есть. Ух, подача! Блин, да что такое, ребята? Я не пойму, мажет рыба сегодня. Пьет именно. Ох, и щука хитрая. Ты слышишь, Серый, вообще? Именно поклевка. Серега, аж спиннинг провалила, прикинь. Блин. А. Хороший, хороший именно удар щучи. Ну, вот так вот она себя ведет. Погода немножко изменилась. Давление упало чуть-чуть. Какой-то туман с утра, солнце, туман, хрен поймешь. Мы, ребята, вчера рыбалку закончили с Сережей досрочно. 8 часов утра
Мы уже уехали, срочно нужно было ехать на Харьков. Ну, такое тоже бывает. Поэтому мы сегодня поехали опять с утра на рыбалку. Второй день. Морячка. Немножко поменялся направление ветра. И вот рыбка сегодня совершенно клюет по-другому. Как по мне, из того, что я сейчас вижу, она сегодня отдает предпочтение большим приманкам. Большим приманкам. Но поклевки очень и очень странные, ребята. Очень странные. Вроде хорошая поклевка, а рыба как за краешек. То хвостик мне откусила на приманке. Берет очень и очень аккуратно. Ну, это нормальное явление тоже. Главное, что она берет, ребята. Главное, что интересуется нашими приманочками. Сейчас попробуем по 5-6 забросов. Если она захочет, она сразу себя проявит. Если не захочет, ну что. Мы приедем позже. Вот она. Ой, ребята, опять поклевка. Очень аккуратная. Рыба хорошая, Сережа. Рыба хорошая, ребята. Капец, я в шоке вообще. Четко, блин. Я как этот. Нострадамус спиннинговый. Вот щука, кидай сюда. Давай, давай под сак, Серый. Ой-ой-ой, класс. Она не крупная, Сереж. Она не крупная, но поклевка, ребята. Это просто с чем-то. Посмотрите. Посмотрите, как поролонку поперек, поперек. Аккуратно, Сереж, поролонку, аккуратно, аккуратно. Поролоночку скушала очень и очень красиво, щучка. Давай сюда, сейчас будем ее спасать, потому что у меня... Сегодня, ребята, реально работает вот такая вот зеленая поролонка. Вот такая вот, видите? Ветер опять дует сумасшедший, но щучка, щучка сегодня не крупная, друзья. Но сам факт, интересно, шлепает. Синюю кидали, темную кидали, ни хрена. Вот реально чуть-чуть появились на небе тучи и сразу кислота. О чем это говорит? Что в поролоновых приманках происходит по цвету то же самое, что и в силиконовых. Все зависит от погоды, от солнца, мы подбираем цвета. То же самое в поролоне. Не бойтесь, экспериментируйте, вы всегда будете с уловами. Хорошие будут щуки, небольшие, разные, они будут вас радовать шикарными поклевками. Просто делайте как Ромка, Серега, Серый, краба. Мы краба сегодня не мучим, братан. А вот, вот в чем беда. Ой-ой-ой, нам хватит. Давай, не буду тебя мучить. Беги. Беги. Опа, класс. Ушла, все. Короче, дядя Сережа, надо сделать следующее. Я всех там озадачил всю фирму голубыми поролонками мне подготовить на рыбалку. Потому что клюет, ребята, сегодня только на голубой. Знаете, как сегодня клюет... Только на китечис и шайнер. Вот у нас клевало три рыбалки только на голубой. А сегодня на голубой. Вот так вот, дуля с маком. Работает кислота. Поэтому мы себе соберем хороший комплект приманок. Все 15 цветов. По 2-3 пачки. И будем, ребятки, делать так, чтобы в лодке у нас всегда было все по цветам. И мы могли подстроиться под любые условия ловли, подобрать как минимум цвет и размер наших приманок под рыбу. Ну и посмотрим, что со всего этого выйдет. Задавали вопросы за костюм. Рома, как костюм Карпа Дием? Ребят, те деньги, которые он стоит за эти бабки, я вам скажу, это шикарнейший костюм. Ветер, дождь уже проверено. Ветер вчера у нас был до 14 метров. У меня на штанах получается одно термобелье тонкое и костюм Карпа Дием софтшелла. А здесь у меня получается тонкое термобелье, толстое и костюм. Вот так вот комфортно. Единственное, что когда очень много двигаешься, видно, все-таки мембрана не очень дорогая. И немножко как чувствуешь, как начинает, как правильно сказать? Мокреешь. Короче, как мокреешь, да. Для лодочных рыбалок, для небольших передвижений костюм бомба. Я ни капельки не жалею, что я его приобрел. Об этом костюме мы обязательно с вами поговорим позже. И я вам расскажу... Не расскажу, а реально снимем интересный обзор. Я вам покажу, как он пошит, качество строчек, змеек и всего остального. И обязательно оставлю ссылочку у себя в описании на прямую на производителя. Миш, спасибо за качественную одежду. Карпа Дием — лучшие костюмы в Украине в этой ценовой политике. Рыбачим дальше. Как ты думаешь? Мы вот смотри, мы становимся по эхолоту не на вот эту рыбу, которую я сейчас поймал. Да, там были какие-то мелкие бубышки там. Пузырь этот белый, ее видно, но мы становились на крупную рыбу. Крупная рыба не берет. К
когда начинает жрать крупная рыба, вот эта вот дрыжпала, как правило, она начинается, как говорят, хериться, прячется. Ну, она не берет, она где-то уходит в сторону и все. А крупняк начинает кушать. Ну, сейчас крупная рыба, она явно с закрытым ртом. И там, он, видишь, парень, который рыбачил тоже, да, с которым мы здоровались, он тоже перемещается. О чем это говорит? О том, что человек тоже ищет рыбу. Значит, у него там утренний выход закончился. Ну, вот это вход ямы. Мы стоим на входе, вот тут коряшка, вот тут я ловил судака. Ну, было пару раз, я заходил за 5 лет. Получалось. Сейчас там пусто. Поэтому я предлагаю вот тут сейчас обкидать. Дальше двинемся по яме, дойдем до поворота. Если ничего интересного нет, то на глиссеры идем к дамбе. Краб? Давай. Ты фрикцион бы отпустил, а то ты ее вырвешь нахрен. На шо? Она сейчас будет уходить. Ну, фрикционом поднимай, что ты делаешь? Ну, вот таких щучек там стоит штучки 4. Хорошая задвушечка. Мочить краба надо. Мочить краба, ребята. Подбирали ключи, наконец-то серый говорит, я сейчас буду укрупняться. Вот укрупнился зеленушечкой. Слушай, зеленушечка. Дали 9 сантиметров, ребята. То есть поклевок не было ни на голубую, ни на зеленую, ни на какую. Увеличили приманочку буквально на сантиметр и, пожалуйста, результат. Хорошая. Покажи прямым. Глянь, красавица какая. Зося на зеленушечку, ребята. Вот такая вот, ребята, хорошая щукандра. Порадовал вас, замечательный поклет. Обеденная щучка, обеденная. Абаджан? Абаджанчик. Абаджанчик. Это подача. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, вот это... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я не пойму, что это я поймал. Что это было? Я не знаю, что это. Я что, чип отбагрил? Я не пойму, ребята. Такой у меня как в бетонную плиту въехал. Хо-хо-хо. Голубой поролончик выдает, да? Большой. Может, то лящ, друже мой? Что-то оно очень слабенько идет. Ух ты, что там в рот. Чувачок, она придавила. Ребята, смотрите, какой дракон. Хо-хо-хо. Иди сюда. Иди к папе. Папа, Абаджан тебя зовет. Абаджанчик, друг мой. Ну что, ребята, берем аппарат наш. Вот такой вот. Она небольшая. Смотрите, что произошло. Поднаехала на поролоночку, придавила ее. Хотела задавить кормящуюся рыбку одна. И получилось, ребята, вот такая вот картина. Поролонка в бороде у щуки. Красавица вообще. Ну что, получается так, что синяя рыбка сегодня в приоритете. По-любому. Кулачок. Бах. Сережка лыбу тянет, говорит, ты меня сегодня догнал. Вы поняли, ребята, он хотел меня сегодня сделать. Ну, опасный парень на самом деле. Вот туда я кидал. Не, нормально, она такая поклевка. Я вообще не понял, что произошло. Ты понял? Поднаехала, да? Да она как-то... Я даже не знаю, как это называется. Понюхала. Щука, ребята, понюхала приманку. Блин, и надо же было. Только что сидели, болтали. Поставил голубую. Говорю, сейчас, говорю, поставлю голубую десятку. Два колечка и на тебе, щучка, на поролонку. Крупная приманка сегодня работает. Да, мелкая приманка сегодня молчит. Вот тебе, пожалуйста. Вот она! Ой, ты шо, ребята? Есть, на вас! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Опа! Голубая поролонка, друзья. Серый, что это такое? Я не пойму, братан. Дайте расслабиться, ребята. Я в кайфе, друзья. Я сегодня в чистом кайфе, ребята. Часть четвертая. Даже если сойдет, в рот и кило печенья. Самое главное, что мы ее видим. Она здесь. Опа! Иди сюда. Да, здесь это не полторушка. Это поинтереснее рыбка. О, тихо. Ну, давай не будем спешить, да? Да. Давай не будем спешить. Ты мне ее, говорит, только покажи. Я бы сам ее хотел бы посмотреть. А я ее уговорю. Давай, вот туда, мне неудобно. Вон, я что-то видел, там уже что-то
Что-то было. Там Абаджан. Там Абаджан хороший. Тихо, что тихо, делать? Тихо. Тихо. Я не пойму, что происходит. Очень хорошая рыба. Давай, давай, давай. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Там реально рыба хорошая, Сереж. Я вижу. Короче. Иди сюда. Сейчас мы перетянем, ребята, на эту сторону, потому что здесь нету солнца. И нам здесь очень хорошо все видно. Ля-ля-ля. Она вообще не хочет подниматься. Смотри, сейчас будет свинка Пеппа. Смотри. Тихо, тихо, тихо. Ух ты, что трусит. Смотри, 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 смотри туда, смотри. Судак, ребята! Ребята, голубой поролон. Слышишь? Кидай туда, там стоит судак. Вот так вот, ребята. Тихо, тихо. Тихо, ребятки. Мы думали, хорошая мама. Посмотрите, кто к нам пришел, друзья. Это просто, ребятки, просто песня. Он придавил поролошика. Пушка, пушка, бомба. Пушка, бомба. Ты что, Сереж, сфотографируй меня. Вообще, друзья, не, ну я, вот это я, ребята, в чистом кайфе. Цвет 115, ребята. Два кольца 18 грамм, глубина 5 метров. Место всем известно. 10 сантиметров. 10 сантиметров, пипа у Сереги. Давай, открывай. Абаджан. Абаджан. Черный Абаджан. Сегодня, ребята, рыбалка у нас с Серегой. Вообще, просто пушечка, я по-другому не назову. Серый судака на грушку впорол. Я, вы видели, как щука снизу придавила. Вот, друзья, уже... Вот у нас уже четвертая, наверное, рыбалка, не считая вчера до 8 часов утра. Ну, вы сами видите, что происходит с поролоновыми приманками. Принципиально я не ставлю силикон. Грушу я сегодня ставил там один раз, что-то пытался расшевелить рыбу. Сережка упирался в силикон. Но мало времени силикону мы уделяем. Это реально есть такое. Почему мы это делаем? Потому что нам, как создателям данных приманок, то есть компании Профмонтаж, нам нужно их тестировать как можно больше на воде. И этим буду, ребята, заниматься непосредственно я со своими друзьями. Так что продолжим рыбалку. Время еще есть. Может, ребята, сейчас кого-то поймаем. Сегодня, ребята, рыба стоит ко дну прижатая местами. И вот реально, когда рыба пассивна, я уже и в том году в роликах рассказал, да, буду повторять, потому что новые ребята смотрят, подписчики добавляются. Я думаю, им будет тоже интересно. Когда рыба прижата ко дну стоит, ее очень хреново видно на структур-сканере. И в эти дни, как правило, происходят очень-очень аккуратные поклевки. Вот сегодня ребята нам звонили, там ниже по течению стоят. Поклевок много, а реализация хромает. Они ловят на силиконовые приманки в основном. Да не в основном, на силикон только и ловят. И говорит, такая же реализация у нас. То есть это не проблема приманки, не проблема поролона, силикона, там какой-то блесны. Просто сегодня рыба себя так ведет. Так что, ребята, опыт это, наверное, штука, которую нельзя купить. О ней нельзя рассказать, это нельзя подарить. Если вы хотите стать рыболовом, любителям настоящим, можно сказать, любителям-профессионалам, уделяйте больше времени рыбалкам, думайте на рыбалке, что вы делаете, как правильно поставить лодку, как кинуть якорь, как поменять свою позицию, там, постановку, если у вас были где-то какие-то поклевки, как сделать так, чтобы не упал рыбе якорь на голову, подача приманки, вес груза, цвета, поролон, силикон, мандулы, различные джиговые блесны, все это должно быть у вас в арсенале, вы все это должны применять. Ратлины летом, и не только летом, хорошо работают. Когда у вас это все есть в комплекте, там виброхвост, вестерок, поролонка, мандулка, блесна, вы можете всем этим варьировать, менять приманки и успешно ловить рыбу. Вы можете, ну, я вам скажу так, творить чудеса. Когда никто не ловит, вы можете реально пороть рыбу. Ребята, вот это поклевка! Вот это поклевка, друзья! Я не знаю, кого я поймал, но это реально... Серый, ты видел, что было? Ребята, такая поклевка хорошая. Вообще стоит на месте, даже не идет. Это очень хороший трофейный судак, ребята. Это 1000%. Ты посмотри, Серега. Он не идет, старик. Ой, что-то там поднялось. А, щука посередине, ребята. Щука на поролоночку посередине. Получила. Получила. Интересовалась поролонка и... Под хвостик. Щука попкой придавила, ребят. Села попкой поднажала,
Давай. И получила, да. Это, ребята, подпопочник. Это поперечник. Поперечник. Вот это Серега отмочил. Щука посередине, ребята. Оп. А подожди, аккуратно. И дай я сразу достану, чтобы она там не порвала. Щука поперечник. Иди сюда. Так ничего, такая щучка. Абаджан. Приманки, ребята, нету. Потому что она посередине. Вот такая поролонка, ребята, ловит рыбу не только в рот, но и в жопу. Абаджан, друзья. Поперек. Абаджан. Это абаджан. Тихо, тихо, тихо. Змея, ты глянь, какая. Да? Да. Абаджаним. Нас ребята ругать не будут. Друзья, можно мы будем абаджанить? Полгода не абаджанили, чуть-чуть поабаджаним. Мы все равно вам все не покажем, что мы ложим в абаджан, чтобы вы нас сильно не ругали. А мы, ребятки, продолжаем рыбалку. Ну что, ребят, вот и подошла к концу наша очередная рыбалка. Раздуло сумасшедший ветер, он микрофон вы не видите, я спрятал за мотором, чтобы хоть как можно меньше шумов было. Все, что у нас получилось, вы, друзья, увидели в видеоролике. Сегодня провели очередной замечательный день на воде. Лично я получил массу удовольствия. Набрался очередной раз немножко опыта, потому что сегодня были некоторые вещи для меня новенькие. Потестировали опять свои приманки. В общем, если коротко, кому нравится канал, кому нравится наш контент, подписывайтесь, ребята, ставьте лайки, жмите колокольчик, делитесь репостами, ссылками на YouTube канал с друзьями, чтобы мы вместе с вами развивали канал. Ну, как бы, а я буду стараться все для этого делать, снимать для вас хороший, качественный контент. Жду от вас много разных комментариев, что бы вы хотели, чтобы я снял, за что рассказать, что показать и так далее. Буду стараться, ребята, отвечать на все ваши вопросы и пожелания в комментариях под видеороликами. Ребят, кто хочет приобрести наши приманки, поролоновые рыбки, поролоновые раки, вы это можете сделать в магазине Мандулкин, это мой магазин. Если вы там делаете заказ, тем самым поддержите канал «Рыбалка с Ромычем», то есть, ну, вы поняли, о чем я. Для магазинов, для оптовиков, для торговых сетей обращайтесь напрямую на сайт профмонтажа. У нас есть два менеджера, которые вам помогут и ответят вам на все вопросы. То есть, ну, все вопросы, которые возникнут, вы порешаете. Не буду вас, друзья, задерживать. Мы будем с Сережкой собираться. Всем пока и до скорых встреч. Серенький, давай. Пока-пока. Спасибо, братан, за рыбалку. И тебе тоже. Все, спасибо. Друзья, ветер дует. Всех благ, парни. Всех благ, говорит. Подписка, ребята, с вас подписка, не забывайте.